Всем привет, ребята, вы на канале Бомбилка Лайф, меня, как всегда, зовут Юра, и сегодня у нас на обзоре представитель ветки 60 ТП, 45 ТП, танк 7 уровня, как всегда, сегодня с вами, ребят, поговорим сначала о характеристиках, потом плюсы-минусы, потом обсудим оборудование, стиль игры, также посмотрим шикарнейшее сражение на 45 ТП с очень хорошим результатом в конце. Ну и, собственно, еще вы знаете, наверное, догадываетесь уже, что в последние 20 секунд этого ролика вас ждет сюрприз. Вверху справа на экране появится сборка, плейлист, где будут собраны видео с обзором на всю ветку 60 ТП. Да, все танки этой ветки, поэтому досматривайте именно до последнего. 20 секунд, вверху справа нажмете, потом зайдете, сохраните эту ссылочку, сохраните эту сборку, там будет еще добавляться новые видео, то есть одна активно эта сборочка еще продолжает дополняться со временем, там актуализироваться, поэтому, ребята, можете себе там или друзьям скинуть в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, там в телегу куда-нибудь. Давайте уже начинать обзор, потому что времени не так много. Итак, как всегда, начнем с орудия. Топовая пушка здесь у нас имеет Альфу 320, довольно неплохо. И, соответственно, средняя бронепробиваемость ББшек 192 мм. Голда здесь под калибры, и Альфа тоже 320, понятно. А вот бронепробитие 225. Также есть на этом орудии фугасы со средним уроном уже в 420. Но вот средняя бронепробиваемость, понятно, что у фугаса большой не будет. Будет 53 миллиметра. Ну, парочку для особо картодных и шотных врагов возить можно. Скорострельность этого орудия 5,5 выстрелов в минуту. 5,45 выстрела, если быть точным. И ДПМ, урон в минуту, 1745 единиц мы имеем. Время сведения 2,3 секунды. И разброс на 100 метров 0,4. 40 снарядов в боезапасе. Ну, сразу из плюса можно отметить, что по орудию не самый лучший показатель точности. Время сведения 2,3 секунды, тоже не рекорды, но я скажу, это еще нормально. Но и также отличное пробитие бронебойным снарядом для 7 уровня позволит вам действительно экономить и не так часто использовать голду. Но по точности, опять же, 0,4, ребят, разброс на 100 метров, это не самый лучший вариант. Когда уже туда ближе, хотя бы к 0,35, тогда можно уже точность как-то записывать в плюсы. Ну, а здесь пока что в минусы. Дальше едем. Почему я сейчас включил свободную камеру? Чтобы поговорить о бронировании, о прочности и так далее. 1200 хп у поляка, довольно неплохо. И по броне что же у нас? 100 мм спереди корпус, 50 по бокам броня, и мы имеем 40 мм сзади. Бронирование башни такое: 170 мм в маске, вот здесь спереди башни, 100 мм по бокам и 70 сзади. Отмечу сразу, что по этим показателям видно, что он неплохо будет танковать от башни. Но, конечно же, лючок этот никто не отменял, понятно, сюда будут прошивать. Хотелось бы услышать про УВМ, наверное, поэтому давайте обсудим на этом моменте их. Минус 8 пушка гнется вниз у поляка этого, и плюс 20 вверх. Не рекордные, но более-менее терпимые УВМ, так что с этим будет все нормально, можно будет и от башенки, иногда там от каких-то холмиков, от какого-то рельефа вполне успешно танк реализовывать. Давайте про мобильность поговорим, тоже, я думаю, это важно. 44,5 тонны приблизительно масса танка будет у вас, мощность двигателя 750 лошадей, и мы получаем 16,84 лошадиных сил на тонну. Соответственно, максималочка здесь не такая шикарная, 35 км в час, но зато довольно неплохо он ее набирает. И 14 км в час назад максимальная скорость, вперед 35, назад 14. Ну вот видите, не удается ИЛС-90 удрать от нас в городских условиях, потому что
городскому рельефу довольно неплохо он свою максималку показывает. Скорость поворота танка 35 градусов в секунду и скорость поворота башни 28 градусов в секунду. Можно сказать, что это довольно неплохо. Давайте обзор обсудим, потому что я думаю, это тоже много кого волнует. А обзор здесь слабоватый. 350 метров, ребята, на седьмом уровне все-таки танк находится. Это довольно плохо, от этого будете страдать. Здесь скрывать нечего. С обзором, конечно, у этого товарища есть проблемы. Давайте обсудим еще маскировочку, потому что какая-никакая она есть, поэтому все-таки нужно сказать. Незаметность стоя 7,59%. А вот незаметность движений уже 0. Ну, хоть что-нибудь, ребят. Так хоть какая-то, не по нулям все. Так что можете там в кустах иногда поставить. Хотя не советую. Ладно. Давайте плюсы и минусы. Из достоинств, но тут, видимо, статью про этот танк на скорую руку готовили, потому что у танка один плюс написан и два минуса. Но я подобавляю, наверное, от себя. Из плюсов здесь написано у этого танка хорошее пробитие базовым снарядом топового орудия. А из минусов слабое бронирование бортов корпуса и посредственная точность. Но опять же, к плюсам. Я отнесу, наверное, то, что он хорошо набирает максималочку, более-менее неплохая поворотливость, можно отнести броня башни 170 мм, все-таки есть, тоже можно отнести к плюсам. По скорострельности, ну, время сведения 2,3 секунды, сами решайте, к плюсам или к нет относить. К минусам еще железно можно отнести обзор, всего лишь 350 метров, от которого вы будете пострадывать. У ВН, наверное, можно даже к плюсам. Минус 8 вниз, плюс 20 вверх, опять же, я считаю, неплохо. Ребят, также, перед тем, как обсудим уже оборудование, давайте вам... Напомню такой момент. Видосы на канале Бомбилка Лайф, как вы знаете, выходят без рекламы, поэтому огромнейшая у меня, ребят, к вам ко всем просьба. Пожалуйста, поддержите этот ролик, поддержите канал. Кто не подписан, вам достаточно просто спуститься вниз под видео и нажать эту кнопку красную «Подписаться». 3 секунды времени, ну какая огромная просьба, реально, ребят, ну пожалуйста, поддержите канал. Без рекламы делаю ролики, объединяю сейчас их на сборке, вот такая у меня план, чтобы вы могли со временем найти видос про любой танк в игре. Можете зайти в раздел «Плейлисты» и уже посмотреть, там очень много разных веток, почти все они наполнены обзорами. Все эти плейлисты, поэтому заходите, смотрите. Ваша подписка, ваш лайк, если можете включить колокольчик, то колокольчик тоже очень сильно поможет в развитии канала, поэтому здесь надеюсь на вашу поддержку. На лайк, как вы уже поняли, прожимайте палец вверх, пожалуйста, ребят. На подписочку, кто не подписан. На колокольчик, который вы поставите в режим все уведомления. Также пишите в комментарии ваше мнение по поводу 45 ТП. Оно тоже, ребята, важно, что вы думаете по поводу этого танка. Может, вы какие-то плюсы и минусы у него видите. Я думаю, это и мне будет интересно почитать. И другим зрителям данного видео, ребят, тоже. В общем, давайте обсуждать оборудование в финале. Потому что у меня тут уже проблемы с компьютером. Начинает подглючивать немного. Но я вот на днях это буду исправлять. Оборудование. Досылатель, я считаю, 45 ТПшнику нужен. Усиленные приводы наводки. И у меня стоит улучшенная вентиляция. Но опять же... Потому что я особо не акцентировал внимание на обзоре, но здесь, как уже я сказал, всего лишь 350 метров, поэтому оптику можно ставить смело, либо трубы. Досылатель можно поставить, приводы наводки и оптику, либо вообще стереотрубы. Да, вы скажете, это не ПТшка, но, ребят, все равно, такой маленький обзор, его нужно прям максимально улучшать, пытаться изо всех сил. Это действительно очень важно для танка. Ну, как вы видите, видос уже подходит к концу. Уже наш поляк начал тут всех обзывать, союзников. Дадут, интересно, ему медаль воина, нет? Ну, давай, бери. Не хочет.
Но давай, как не хочет. Он хочет, но не выходит пока. Досматривайте до последних 20 секунд. Сейчас во время итогов будет как раз таки вверху справа. Это самая крутейшая подборочка. Сейчас смотрим итоги и все заходим туда. Обзор ветки 60 ТП. Вверху справа на экране сейчас будет. Ребят, ну вот итоги. Основной калибр получил игрок. Воина ему не дали, но зато получил вот мастеросика. Вот подробный отчет, вот командный результат. Поздравляю игрока вверху справа. Сейчас как раз самая та самая сборка. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик врубайте и заходите на сборку по ветке 60 ТП вверху справа. Пока-пока, ребят.